Нет снега, нет угрозы половодья, констатировали на заседании КЧС. Тем не менее, гидротехнические сооружения необходимо очистить от мусора. Он может помешать паводковым водам в случае весенних ливней. Мониторинг всех 26 муниципальных ГТС проведен, в том числе гидроузла номер 4. На плотине реки Синички уже появилась вода. Гидротехническое сооружение на сегодняшний день функционирует в штатном режиме, то есть безопасный уровень объема воды, водохранилища, которое создается этим гидроузлом, соответствует тем требованиям, которые предъявляются проектным решением. Поэтому и на заседании комиссии сегодня рассматривался вопрос о том, чтобы начать подготовку к купальному сезону зоны рекреации, примыкающей к водному объекту. Готовится к купальному сезону в Красногорске еще два пляжа. На старой плотине на реке Баньки и в микрорайоне Южной на Москве реке. В муниципальном бюджете на подготовку зон для купания заложены 2 миллиона рублей. Сроки у нас установлены. До 1 июня официальное открытие, приемка с 25 по 29 мая. Значит, что нас беспокоит? В микрорайоне Южной, как вы все знаете, есть незаконченный проект – это строительство ливневой канализации. Насущным вопросом является и подготовка к противопожарному периоду. Уже сейчас ежесуточно наготове 9 единиц техники и 45 человек личного состава Красногорского гарнизона. Создан запас ранцевых огнетушителей. Ведется работа с Минобороны, на территории которого леса и поля в границах городского округа. На привлечение природных пожаров могут оперативно направляться техника от 3 до 4 автомобилей. Остальная техника – это либо частная пожарная охрана, либо другие виды подразделений. В целом эта система отлажена, кроме двух составляющих. Очень тревожит момент – это отсутствие информации о пожарном водоснабжении в новожилых микрорайонах, такие как О3, Митинов-2. В муниципалитете разработан план реагирования на природные пожары. Кроме того, вскоре пройдут практические учения. Началась проверка водоемов, водонапорных башен, пожарных гидрантов. Последних, по словам начальника водоканала, 905. Порядка 40 из них были обновлены еще в ноябре.